названием «Музыка на все времена». Несмотря на то, что участникам фестиваля были предъявлены очень высокие условия, требования, нужно было выступить по трем основным музыкальным формам: полифония, этюд, крупная форма, пьеса, и продемонстрировать индивидуально свою в полном объеме и владение звуком, и фразировкой, и беглость пальцами, и чувством стиля. Несмотря на все это, количество участников смельчаков превысило 100 человек. Я сказала смельчаков, потому что волнение, которое испытывает музыкант, выходя на сцену, сравнивают с волнением парашютиста, который стоит у открытого люка самолета. И наши конкурсанты, наши исполнители прекрасно справились с этим волнением. Они молодцы. И сегодня будет заключительный концерт, где выступят самые лучшие, самые сильные, которые от одного тура до другого демонстрируют все более и более уверенные и яркое исполнение. И, конечно, я желаю нашим исполнителям удачи и очередного преодоления этого творческого волнения. А слушателям я желаю получить удовольствие от прекрасной музыки, которая на все времена. А теперь я передаю слово нашей ведущей, инициатору, организатору и руководителю этого грандиозного музыкального проекта, заведующий фортепианным отделом, почетному работнику культуры города Москвы Евгении Федоровне Соборковой. Спасибо. Мы начнем наш праздник с удивительной музыки. Мы приглашаем на сцену унисон балалаечников в составе Садовников Фова, Кузнецов Алеша, Шкапова Саша, Шломец Гриша, Закольщиков Сережа, преподаватель Валентина Алексеевна Подлинова. Партия фортепиано, Кутеевный Егор первый класс, преподаватель Валентина Георгиевна Кожина. Они исполнят музыку, которой мы не могли начать наш праздник. Звучит музыка так, называется это так. Вспомним, братцы, Росов славу, унисон балалаечников.